СТС абсолютно развлекательный семейный контент. Да, ты сам в этом смысле СТС больше смотрит, чем ТНТ, потому что это семейный канал. СТС ты включаешь, когда у тебя сидят рядом дети, когда ты домохозяйка, когда ты можешь включить, готовить что-то, когда ты не переживаешь, что там проскользнет какое-нибудь слово «жопа», «задница», да, «гей», да, «негодяй». Ты включил и ушел в другую комнату. С ТНТ такое не прокатит, понимаешь? Но в ТНТ есть тоже очень крутой нормальный контент. Хотя это все сейчас такая туфта по сравнению с цифровыми платформами, на которые сейчас просто смотрят вот так. Цифровые платформы, все деньги туда идут. Цифровые платформы, на которых есть куча классного контента, после которого и это все идет на телек и в диджитал, там, YouTube и так далее.